Всем привет! И сейчас я хочу вам показать свой день на карантине, каким бы я его хотела видеть и каким он есть на самом деле. Да, все-таки та конфетка была лишней. Но на самом деле в карантине есть и свои плюсы. Например, вы можете заняться тем, на что у вас так долго не хватало времени. Также можно заняться спортом. А еще это возможность проводить больше времени со своей семьей.